Друзья, всем привет! Показываю вам невероятной красоты Хомочку. Посмотрите, какая она вся нарядная, яркая, красивая. Пятнистая девочка, рыжая, с белым поясом. На белом поясе просматриваются персиковые пятнышки. На щечках, как всегда, у рыжих хомячков вот эти темные полосочки красивые. Но самое главное — это ее мордашка. Посмотрите, она половина светлая, вот такая, а половина обычная рыжая, и такая разделенная пополам мордочка по окрасу. Вот такая красивая спинка у нее с персиковыми пятнышками, вот одно, вот второе. Вот она. Вот такая красота. Но такая нежнятина, такая красавица, такая няша, дуняша. Друзья, пишите в комментариях, какую кличку можно дать этой красотке. Она заслуживает лучшего варианта. Эта красотуля, малышка, очень такая нарядная, что прямо праздничная. Вот такая красавица. Девочка такая. Глазки-бусинки. Ушки на макушке серенькие, вся такая в пятнышках, и белый цвет, и коричневый, и рыжий, и персиковый, и серый. Но мордашка, конечно, эксклюзив, посмотрите. Прелесть. Друзья, кто не может содержать собаку, кошку, кто не может себе позволить крупное домашнее животное по разным причинам, имейте в виду, что хомячок – это замечательный домашний питомец. Единственное, надо учитывать, что утром и днем они спят, и бодрствовать они начинают вечером и ночью. Хомячки могут пробегать за ночь до 15 километров в колесе, представляете? В колесах своих они бегают часами, часами. Поэтому обязательно у хомячка в его клетке или в той емкости, в которой вы содержите хомячка, это может быть аквариум или витрина или что-то другое, обязательно должно быть колесо. Но не любое колесо подходит сирийскому хомячку. Нужно смотреть диаметр колеса обязательно. Друзья, сирийские хомячки крупные. Взрослый хомячок вырастает с ладонь взрослого человека. И ему требуется колесо диаметром не менее 20 сантиметров. Это прям предельный минимум, чтобы спинка не выгибалась. А в идеале, конечно, еще большее колесо. Это 25-28 сантиметров, 30. Ну, это прям идеально. Но не каждая клетка, не каждый контейнер, не каждая витрина может в себя вместить такое колесо. Но 20 сантиметров – это минимум. Поэтому, когда вы покупаете в зоомагазинах клетки со встроенными пластиковыми колесами, имейте в виду, что эти колеса в основном 15-сантиметровые. Они прекрасно подходят джунгарским хомячкам, потому что это мелкие хомячки. Это другая порода, джунгарские. А сирийским хомячкам нет, надо крупнее колесо, всегда измерьте диаметр и замените на подходящее. Если ваш хомячок еще ребенок, он маленький, малыш, тогда да, ему можно некоторое время это колесо 15-сантиметровое оставить. Но взрослому сирийскому хомячку обязательно ставьте колесо от 20 сантиметров в диаметре. Вот так, друзья. Жду от вас варианты возможной клички этой красотки, которая вся уже извелась, потому что ей надо спать, а я ее взяла посниматься, как фотомодель, фото-видеомоделька. Вот, сейчас пойдем спать.
до вечера, а вечером будем свои километры в колесе накручивать. Вот такая красота.